вами Лилия Донскова, и это вторая часть видеообзора моей сокровищницы бижутерий. И сегодня мы с вами посмотрим одни из моих любимых наборов. Это ожерелье, серьги. Будьте внимательны, пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы. И если вы увидели видео, набор или комплект, который есть у вас, обязательно об этом напишите. Договорились? Давайте смотреть. А сейчас я вам покажу целый комплект. Очень красивый. Этот комплект был разработан к году змеи. И здесь и браслет в такой змеиной теме, как будто змея, вот хвостик запустился. Да. Само ожерелье очень классно лежит на ключицах за счет того, что так удлиненно змея свисает с кристаллом. Кристалл очень красивого цвета, серьги. И само кольцо тоже оплетает палец. Ну, не буду одевать сейчас, так покажем. Оплетает палец, очень прикольно смотрится. И достаточно часто ношу этот комплект тоже. Следующее, это моя гордость, я его просто обожаю. Это кулон яблоко. Кстати, был такой же браслет, но я его почему-то не купила. Очень жалею об этом. Но вот этот кулон я ношу вообще практически постоянно. Мне он очень нравится, как он дополняет, придает дерзость любой практически одежде. Он под очень многие подходит вещи. И посмотрите, как он весь сияет. То есть ему столько лет уже, я не знаю, лет 15 этому кулону. И он сияет и вообще просто выглядит шикарно. Такие вещи можно даже по наследству передавать. Несколько есть у меня таких вот изысканных штучек, такие вот кристальчики. На шее одевается, сейчас это очень модно, на бархатной ленте, бархатный шнур, и такой вот красный красивый кристалл, очень сексуальный. Далее, есть у меня целый комплект. Сейчас я все соберу. Получается такие серьги, которым я ношу очень по-хитрому, то есть я не одеваю вот это вот на ухо, то, что должно быть на ухе, а я одеваю это на мизинец, у меня получается такое кольцо. То есть я придумала такую штуку, потому что на ухе мне это носить неудобно, и я стала носить как колечко. А вот получается в одном ухе у меня длинная такая серьга, а в другом гвоздик. Но они одинаковые, да, то есть понятно, что это комплект, и они тоже очень яркие, привлекают внимание. Кстати, никогда не видела этот наборчик в распродаже, а очень жаль, он действительно необычный, очень красивый. Сейчас покажу сразу несколько сережек, потому что они у меня такие россыпью лежат. Вот эти серьги у нас шли к парфюму Destiny. Это тоже из наборчика, который я вам ранее показывала, серьги. Серьги-полукольца, которые тоже подходят под ногу одежду. Когда не знаешь, что одеть, вот одела золотые сережки и все. А вот это очень необычные серьги. Их можно носить вот так вот. Можно вот так на ушки одевать. То есть они такие кристаллы классные, все переливаются. Мне тоже нравятся такие украшения. Так, что еще? Есть такая мышка. Очень прикольная мышонок, брошечка. Сейчас, кстати, брошки очень модные. И почему-то очень редко ношу, нужно вот просто носить почаще, потому что такой милый мышонок. Кстати, когда будет год мыши, если знаете, напишите мне. Или год крысы. Вот такая вот тоже прикольная брошечка. Я не помню, это, по-моему, по какой-то благотворительной акции было, что мы покупали, а деньги шли на нужды детям. И я, конечно же, купила эту брошку. И иногда ее одеваю, на шарфики закалываю, на лацкан куда-нибудь пиджака. Тоже очень здорово смотрится. Так, еще одну шкатулочку закончили. Переходим к следующей. Кстати, эта шкатулка тоже Oriflame. Очень красиво, посмотрите, как сделано. Я ни секунды не раздумывая ее купила. И здесь у меня хранятся несколько вещичек. Я сейчас вот кое-что вынула уже. Так, это, кстати, о, это не то, что... Это не Oriflame. Уберу. Так, вот такие вот богатые серьги. Они очень тяжелые, я их редко-редко ношу, но они просто шикарные. Какие-то гвоздики здесь лежат, которые частенько одеваю. У меня, кстати, три дырочки в одном ухе, поэтому я иногда одеваю серьги и в другие две вдеваю гвоздики.
все разные гвоздики. И колечко. Вот что у меня в этой шкатулочке сейчас. Такое кольцо красивейшее. Камень весь переливается. Просто как, вообще просто как богатство какое-то. А вот про эти сережки хочу вам показать их поближе. Смотрите, какие они красивые. Вот честно, если бы мне сказали, что это Oriflame, я бы никогда не поверила. Они сделаны под старину. Так богато выглядят, ну это просто чудо. Ну однозначно это такая царская вещь, очень богатая. Естественно, я не могла пройти мимо, чтобы не приобрести такой набор, комплект к себе в коллекцию. А ожерелье орхидеи нашло по акции. И мы, да, чтобы получить его в подарок, нужно было очень сильно постараться. И, конечно же, как видите, я постаралась и ни капельки не жалею, потому что действительно очень красивое, очень необычное ожерелье на цепочке. Тут кристаллы такие, нежные оттенки, такие классные. То есть так дорого выглядит, просто балдею от него. Так, гвоздики убираем. И продолжаем рассматривать, что у меня еще есть. Сейчас я вам покажу мой сундучок, такой вот красивый, серебристый, здесь на замочках, такой красавчик. Здесь у меня лежат украшения, которые я очень давно не носила и уже, скорее всего, носить не буду, потому что цепочки уже потерлись, но это в время выглядело, конечно, очень роскошно. Браслет и ожерелье, прям прикольные штучки. А вот это ожерелье я люблю. У меня к нему даже есть серьги. Сейчас покажу сережки. Серьги не отдельно висят. То есть такой комплектик. Тут дерево закрывается металлом. Длинная цепь. Очень такое прям прикольное акцентное украшение. Тоже его люблю. Часто ношу. Вот это мне нравится ожерелье. Такое сдержанное. Половина под металл, половина под... Так, что-то такое вот рептильное на веревочках разноцветно. Прям такое деловое, стильное украшение. Так, что здесь еще у нас? Так, ну а здесь у нас вот такой вот наборчик. Серьги, бусины, браслет. Сейчас покажу прям как он. А ожерелье, оно прям под шею одевается и тоже выглядит очень, очень интересно. Красиво, все переливчато. Так, дальше. Не долго убирать. Что у нас здесь? О, сейчас мы дополним еще ожерельем эту коллекцию. Сейчас я вам покажу. Это натуральный черный жемчуг. Так, цепочка запуталась немножко. Ладно, не буду распутывать. Натуральный черный жемчуг. Посмотрите, как он интересно выглядит. Все эти ожерелья были совершенно разные, и, насколько я помню, это шло в подарок ожерелье. Так, сейчас я вам покажу браслет. Вот такой же браслет, представляете, шикарный жемчуг. Все это на черных цепях, так стильно смотрится. И я к нему одеваю такие сережки. Они, конечно, не от этого комплекта, но они как-то более-менее подходят. Такие серьги на цепочках тоже. Я, если честно, некоторые уже украшения даже забыла, которые у меня есть. Сейчас я вам покажу целую подставку. Такая подставка. Тоже я ее купила в каталоге Oriflame. И здесь на ней я храню серьги. Все свои сережки. Ну, не все, конечно, а вот некоторые серьги мне удобно хранить здесь. Я вам сейчас их, чтобы не снимая, прям вот так покажу. Вот такие вот прикольные сережечки переливаются все с этой стороны. Такие достаточно богатые серьги. Очень, кстати, интересно смотрятся с туничками летом. Если заметили, часто ношу вот эти сережки. Они мне нравятся, такие светлые, на черных волосах очень выигрышно смотрятся. Оранжевые, просто ажурные такие серьги, веселенькие. Но это только на лето. Сережки такие снежинки. Очень мне нравятся такие серьги на цепочках, просто шарики синие. Вот хочу такие же, только с красными шариками, не могу нигде найти. Прям купил бы. Вот эти серьги-перья тоже мне очень нравятся. С обратной стороны, как бы мне вам их показать, отсюда выну.
тоже комбинация кристалла под янтарь и такая деревяшка круглая. У меня есть к этим серьгам ожерелье, и в комплекте все смотрится очень классно. Маленькие жемчужинки, длинные серьги с кристаллами, то есть это прям вечерний вариант. А вот это шло в наборе, зелененькие серьги и ожерелье, но я его порвала и никак не соберу. А, вот мне очень нравится вот этот комплект, он у меня с браслетом идет. Скоро мы увидим с вами, к этим серьгам тоже есть ожерелье. И простые черные камни, тоже иногда они прям бывают нужны, и они достаточно легкие. Вот сразу вам такую экскурсию сделала по огромному количеству украшений. А следующий комплект золотистого цвета. Я его одевала, когда наряжалась Клеопатрой. Вот такое вот ожерелье, просто шикарное. Вот так по кругу замыкается. Серьги, такие сдержанные классные серьги. И браслет. Браслет такой большой, классный. Как его одеть, сейчас покажу. И он, кстати, даже на моей тонкой руке шикарно смотрится. И можно повыше одеть. Прям здоровское ожерелье, часто ношу, потому что очень круто смотрится на черной водолазке сеточка. И одеваю еще, у меня есть ремень такой золотистый, классное просто. Говорит, у меня большой ассортимент, и всегда есть что-то, что я могу выбрать и одеть, дополнив гардероб. В этой коробке из-под парфюма у меня лежат ожерелья. Сейчас я вам буду их показывать. Это жемчуг. Это жемчуг, тут у меня комплект, такой браслет на атласной ленточке. Ну, так он растягивается, одевается на руку. А на шее тоже жемчужное ожерелье, тоже с ленточкой. И ленточка сдвигается так вперед, чтобы ее было видно. И тоже так игриво выглядит, все очень очень клевенькое. Клевенький такой набор. Так, что мы с вами еще не посмотрели? Шкатулка сделана, украшена, вернее, своими руками. И здесь у меня сейчас хранятся тоже приобретения совсем свеженькое. Это сережки, я их называю скрепки, серьги-скрепки такие. А здесь цепь, которую я уже ношу активненько, как ремень можно носить, как поясочек такой классный, как ожерелье. Можно использовать как ручку для клатча, то есть здесь с двух сторон карабинчики, или оборачивать два раза вокруг шеи, что тоже очень красиво смотрится. А от сережек я просто балдею, вот эта их простота, в их простоте какой-то вот изыск и такая приколюшка, все обращают внимание. И как раз это сейчас можно приобрести в текущем каталоге Oriflame, можете внимательно его посмотреть и сделать такую классную покупку. Особенно вот мне нравится вот эта золотая цепь, потому что она очень-очень многофункциональная. То есть ее можно использовать в разных совершенно сферах. Так, далее. Здесь у меня часики. Тоже часы-браслет. Я даже ходила к мастеру, их убирала лишнее звено. Тоже такие классные часики с кристаллами. Необычный очень дизайн. Так, и еще сейчас покажу комплект, который, наверное, вы даже никто не вспомните, но как я его люблю. И так получилось, что я его не успела заказать, и его уже не было в продаже. Так, все эти запутались. И я его выпросила у консультанта одного, и не помню, мне кажется, она мне его даже просто подарила. И это было очень волшебно. Ну, что же она у меня спутанная? Что это очень красиво выглядит. Представляете, ну не буду распутывать, на тоненьких лесочках вот эти вот янтарики, и это вот где-то бусины, и все это так красиво смотрится летом особенно. Поэтому вот, покупайте себе больше украшений, не, как говорится, не экономите, потому что это приносит много радости. И сейчас как раз покажу вот еще одно ожерелье из моих любимчиков. Оно шикарно смотрится на льняных вещах. У меня к нему есть серьги, где-то видела. Одну серьгу покажу. То есть серьги
ожерелье с этими же ромашками, с вставками, с деревяшками, бусины вот эти. Это всегда актуально, всегда модно. И это дополнит классно любую кофту-сетку, какой-нибудь блузон, я не знаю, в бежевых тонах, в белых. Все это настолько круто выглядит, даже вот золотистое, если у вас что-то есть. И вот эта вот классная штучка тоже как хендмейдовская. Просто, я считаю, это шедевр. Вот часто в Oriflame бывают такие украшения, которых потом не найдешь нигде. И вот купишь один раз и будешь носить много-много лет, и оно будет всегда актуальное. Ну, а мы переходим к завершению этого видео, потому что уже очень много украшений я вам показала, и переходите в следующую часть. Ну вот мы с вами посмотрели вторую часть обзора острова сокровищ Лилии Донской. Вы просто молодцы огромные. Но помните, что еще впереди вас ждет целых 3 части, поэтому оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь обязательно, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получить оповещение о выходе 3-й части нашего обзора. Пока-пока, с вами была Лилия Донскова.